осмотреть избушку, отрыть ее, да? Кирилл сегодня будет что у нас делать? Снег рыть. Отрыть, да? Дров навозить. Так, место еще посмотреть, какое где-то. На рыбалку или на охоту? Там мы охотимся. Наблюдаем. Снегоход. И сейчас будем его завозить. Собаки и на снегоходе. Сегодня заготовим дров, отроем избу, попьем чайку. Короче, культурно проведем выходной. Камера, конечно, наверное, не передает, но спуск тут знатный. Вот такой вот. Как на лыжах херачу. Дальше болото. Потом по болоту мы попрем. Посмотрим, как рогатый себя поведет в пухлячке. Так что вот, если на самом деле тут очень крутой спуск. Артюша едет. Сейчас Андрюха будет форсировать этот спуск. Подъезжает. Андрюхе-то сложнее, у Артема тормоза есть. У Андрюхи их нету. Капец. О, пошел. Да, снега у нас навалило много за это время. Проверим. Дайте. Сам вставай. Дайте по-китайски. Знаешь что? Дайте муку. Все на месте. Здесь мы только спим. Видно будет, не видно.
Стена разделана. Здесь мы кушаем. Здесь у нас костровище. Мы здесь вот в этом месте ждем костер. Готовим еду, когда погода нелетная, когда ей позволяет, как говорится, погода костер пожечь. Вот. И где-то примерно в этом месте, где в районе мотособаки, мы сейчас здесь отроем снега до хера и заготовим сюда дров сушняка, съедем где-нибудь напилим на болоте. И сюда напилим уже чурками, наскладываем. Чтоб весной прийти уже, как говорится, на готово было. Заготавливаем. Тебе сюда весной не прийти. Почему? Придется нести тебе. Да не, зайти-то еще зайдете, может? Не выйти. Вот, поработали. Позаготавливали зайти, немного. Прямо лежишь там на нарах и не хочешь выходить. Обратно. Погода у нас сегодня как специальная, 0 градусов. Дрова прошлогодние, да? Ну что, Евгений, кидай первую чурку. Будем приступать к укладке. Ну, мальца подзаготовили. На весну хватит. А, может, еще сейчас съездим рейс. Евгений ездил за сидки, смотрел. Война войной. Обед по расписанию. Да, горелочку надо что-то с ним делать, блин. Ну, что-то пропускает, да? Прохудилось. Да, еще на круг. Дети у нас катаются. Пока родители делами занимаются. Такая вот засидка. Ее нужно будет переделать. Мы эту сторону, наверное, правую оставим. Она стоит вроде на этих колях. Правую сторону мы оставляем. Эту левую гнилую мы убираем полностью. Выкладываем поддонами. Где-то к углу привязываемся. Делаем эту сторону уже нормальную. И заваливаем ветки. Наверное, придется так сделать. Прибираемся за собой. Да, пусти, пожалуйста, его, а.
погостили немного, поели, попили, маленько привезли дров, осмотрели засидку. В следующие выходные поедем засидку переделывать. Поднакатали маленько бураночку. Вот этой-то представь, да и все. Вот хоть понятно, где вход. Ладно, в следующие выходные приедем.